Страж-01, доложите обстановку. Что у вас происходит? Прием. Майор Корнов, немедленно доложите обстановку. Движение в точках 3.5. Подтверждаю перемены на сухогрузах. Атакуют флот. Будет мясорубка. Спокойно, лейтенант. Сколько бойцов у меня в строю в этом секторе? Сканирую. Готово. Соединяю. Всем стражам, проверка связи. Страж-2-2, проверка радиосвязи. Чарли Лима. Страж-2-1, слышу вас хорошо. И что мы теперь должны делать? Вас слышу. Садитесь и удерживайте позицию. Иду к вам. Атлас пытается взять под контроль орудие авианосца. Надо поставить глушилки на рейлганы, дать техникам время. Авианосцы полно врагов. Они попытаются взять мостик. Пошли, пошли. Это им с рук не сойдет. Контакт у самолета! Давай за рейлган! Контакт у самолета! Укрытие! Давай, Старелка! Не голову! Контакт у самолета! Укрытие! Давай, Старелка! Ставь глушилку! Прыгуны пожаловали! Глушилка на месте! Осталась еще одна! Два самолета с запада! Вертолеты Атласа на подходе! Враги десантируются!
Забраться у правого борта! Я взяла на прицел, укройся! Это их замедлит. Рейлганы в порядке. Идем на мостик. Еще десантники! Они возле погрузочной площадки! Дьявол, они повсюду! Наша авиация вступила в бой с самолетами противника. Вас понял. Пошли, пошли! Отключайте бустеры. Не хочу, чтобы кто-то из вас шею сломал. Мы должны добраться до мостика. Переходим на ночное видение. Контакт! Убрать их! Системе ПВО. Надо пробиться на ту сторону ангарной палубы. Высадка на 12. Да!
ПКР «Атласа». К вашим позициям приближаются спускаемые капсулы. Мы почти на мостике! Вверх по лестнице! Ребята, нет! Включаем ночное видение! Контакт! Ребята, нет! Включаем ночное видение! Связи нет! Включаем ночное видение! Движение! Атаковать, Аркла! Год Альфа Зулу Танго 997! Понял. Можете начинать. Вас понял. Северо-востоку! Здесь еда! Здесь еда! Захвати для меня цель. Давай за тот терминал. Наведись на тот сухогруз. Держи сухогруз на прицеле, Митчелл. Пути назад нет. Ну и что же дальше? Дальше? Айронс убил тысячи ни в чем не повинных американцев. Дальше мы его найдем и закопаем.